Перекресток Краснодарская-Шевченко. Даже при беглом осмотре Сергей Сергеев видит массу проблем и дает поручение не ждать курортного сезона, приступать к благоустройству и обновлению внешнего облика анапских улиц. Давайте бордюры начинать красить. Вон, смотри, на той стороне. Видишь, кто-то что-то рыл, бросил. Чей люк канализационный? Вот этот? Водоканал. Водоканал? Надо водоканал тоже привлекать. Подняли. Да, пусть это поднимают. Зачем мы неудобства создаем? Мэр обращает внимание на пешеходные переходы. Они не только портят общий вид, но и не отвечают правилам безопасности. Начинать надо от центра. И плюс к тому, пешеходные переходы обязательно мест массового пребывания людей. То есть детские, дошкольные, школьные, поликлиника, больница. Там в первую очередь должны быть пешеходные переходы. Потому что, ну, вот это безобразие. Уже безобразие.